Людмила Ивановна, вашему сыну Диме, выигравшему в конкурсе эрудитов по рок-музыке, и в частности по группе ВВ, мы вручаем нашу пластинку, нашу первую пластинку, выпущенную на Буратине. То есть с большими поздравлениями и с большим уважением вашему сыну Диме и вам лично. История этого клипа. Значит, мы выступали с группой ВРП, в частности в Киеве, во Франции, тоже наши большие друзья. И они решили в подарок нам написать песню на польском языке, почему-то. Это отличная песня получилась. Вот. И они пригласили нас сотрудничать в этой песне. Мы ее аранжировали на двух баянах, во всех наших польско-украинских традициях. И мы записали эту музыку в Бельгии, в городе Брюсселе. А потом в Париже мы сняли на эту тему клип. И этот клип занял тоже какие-то там... Bartek ma wypadek, że stówką butelek Bartek złamał ząbek, o 100 żubrówek. Tyle wypił wódek, że upadł na tyłek. Przykry to wypadek, gdy biegł policjantek. Bartek był jak lulek i zapomniał słówek. Bartek ma wypadek, ze stówką butelek. Bartek złamał ząbek, o 100 żubrówek. Zamieszkuję czerwony budynek, kolor burdelowy, bo to koło Wrocław gówno, główne. Mam dziwną dziwkę, dziką dziewczynę i ona tance z kurami, bo nie przepraszam,